Весенняя оттепель и неубранный коммунальщиками снег унес жизнь кировчанина. Ледяная глыба с дома номер 52 на Октябрьском проспекте упала на 62-летнего мужчину. Пострадавший сразу же был доставлен в больницу с переломом свода и основания черепа и переломом грудного позвонка. От полученных травм пенсионер скончался. О том, что еще произошло в городе и области, расскажем в коротком видеообзоре. Поправить материальное положение с помощью ножа решил житель Кирова и ограбил офисы двух фирм, предоставляющих населению так называемые быстрые кредиты. В общей сложности преступник похитил больше 100 тысяч рублей. Опознать его помог его высокий рост. В ходе беседы специалисты фирм вспомнили, что раньше к ним в офисы приходил похожий молодой человек. Просил займ, но из-за плохой кредитной истории ему было отказано. Сейчас преступник задержан, решается вопрос о его аресте. Со слов задержанного, деньги он потратил на одежду, еду и погасил часть своих старых долгов. Население Кирова превысило 500 тысяч жителей. Сейчас численность города составляет 508 тысяч человек. По данным Кировстата, в прошлом году население увеличилось на 5,5 тысяч. Статистики сообщают, что за год рождаемость увеличилась почти на 9%, а смертность сократилась на процент. Кировская родина стала самой посещаемой командой чемпионата России по хоккею с мячом. Один из главных показателей успешности любого турнира – его популярность у зрителей. В среднем каждую игру чемпионата посещало около 3000 зрителей. Самой непопулярной командой стал чемпион – столичная «Динамо», который не набирал и 600 человек на матче. Зато кировская родина впервые в истории стала лидером по посещаемости – почти 6000 зрителей в среднем на матче.